пушистая в травах. Да, да. А заяц... Что-то пушистая в травах? Заяц в сборной Армении по футболу? Заяц — это мускулистое животное, ребят. Заяц, у меня дома жил. Что-то пушистое в травах. Кто у тебя жил дома? На участке у меня заяц. У Максима на участке жил заяц. Серьезно? Хозяин участка или он как бы гостяк? Нет, он жил зайцем. Не с зайцем, заяц жил зайцем. Но, к сожалению, повесился. Подожди, давайте Максим пускай расскажет. Максим, если мне дадут слово, я объясню, в чем дело. А, ну так каждый может. Так вот, Гарри, я тебе говорю. Давай, Макс. Тут свои правила. Давай, Макс. Дело было тогда, когда я только... Это тоже интересно. Все зайцы и кролики в основном с этой стороны. Я не могу сразу для всех. Давай, Макс. Я строил дом, и вот тогда, когда он был наполовину построен, уже практически почти построен, я в него уже практически заехал жить. В этот момент ко мне стал приходить заяц. Он начал приходить, когда начали стены красить. И говорить: как только высохла краска, заяц пропал. Не приходит. Максим, записывай. Был обычный серый питерский вечер. Я пошел, заяц обмакнул ухо в чернила, начал писать. Нет, заяц, это заяц Максиму говорил. А это заяц? Был обычный серый питерский вечер. Максим, записал? Да. Я пошел бродить, дурно не пиши. Да. Многие песни Максиму надиктовал заяц. На сноуборде? Заяц диктофон. Он был без сноуборда. Я к чему это все говорю? Да, к чему? Вот мы... Конечно, сейчас это уже не важно. Вот и сбылась мечта Николая Фоменко, плачущий Леонидов на Первом канале. Ну что? Заяц был очень мускулистый. Не унимался. Мне нравилось, как он играет своими мускулами. Я представил этого накачанного зайца, который... Не играют накачанными титьками. Зайчими титьками. Сережа! Он теперь очень сильно напрягается и уже остаются. Титька-то зайчик. Когда эти все встают, туда забегает еще один маленький заяц. И ушами уже. Дайте воды, пожалуйста. Тренажер. Теперь сбылась мечта Андрея Малахова. Я заплакал, А это тот заяц, который вот так вот... Теперь сбылась твоя мечта, девки пришли. Наконец-то все по райдеру, а.